Предлагаю вам апартаменты одно- и двухкомнатные, остались одни. Однокомнатных два варианта. Сразу заля с паласом. Это Гаргеладзе 118/120. Это не апарт-отель, это жилой дом. Вот он. Хорошее месторасположение. Рядом куча магазинов, кафешек. Вот он, Батуми Молл. Заезд во двор с этой стороны. Это тоже первая береговая. Квартиры с ремонтом, полностью под ключ. Можно использовать как для личного проживания, так и в качестве инвестиций под бизнес. Хороший рейтинг в букинге, квартиры сдавались, и есть постоянные клиенты. Предлагаем апартаменты двухкомнатные, 42 метра квадратных, с отдельной спальней. Для личного проживания и для сдачи в аренду в качестве инвестиций тоже отличное предложение. Это дом не апарт-отель, это жилой дом. Хорошие межквартирные перегородки. Нет бешеной слышимости, в отличие от апарт-отелей. Хорошая высота потолка. Квартира полностью укомплектована под ключ. Всей мебелью, бытовой техникой и посудой. То есть все до вилки, ложки входит в стоимость. Варочная. Тут у нас четырехкомфорочная поверхность. Уже большой полноценный холодильник. Вот такая вот студия с обеденной зоной, кондиционер, раскладной диван и выход на балкон. Большой достаточно телевизор и вход в спальню. Балкон у нас тут практически, ну, квадратненький, в принципе, стол и два кресла небольших поместятся. Сушилка. Вид тоже на город и на горы. Вот мы с вами отсюда видим Батуми Молл. Все рядышком. Прям сбоку у нас Альянс Палас. Красивые шторки, тюлька. Спальня, большая двухспальная кровать, встроенный шкаф. Все в светлых тонах. Дополнительное спальное место – это евро-раскладушка. Еще один кондиционер, это второй, и еще один телевизор. Еще один телевизор и еще один кондиционер. И еще один двухстворчатый шкафчик. Два окна достаточно больших, поэтому спальня у нас получается светлая очень. Что я вам говорю, полностью комплектация с ложками, с вилками, с поварешками. Все кастрюльки, сковородки, все есть. Тарелки, чашки. Ну, естественно, фужеры под грузинское вино тоже есть. Ну, такой санузел. Тут уже тоже душ-кабина побольше. Полностью. Все в плиточке, стиральная машина, ингезит большая, бойлер у нас тоже Ariston, звоните, пишите, задавайте ваши вопросы, WhatsApp Viber указан в начале и в конце сюжета.